Хочешь на рынок, езжай по ямам. Вот уже год автолюбители, которые посещают этот торговый центр, вынуждены рисковать своими авто. Чтобы припарковаться или заехать на территорию, необходимо преодолеть участок из ям и ухабов. Ужас. Ужас заключается в чем? Ну, ездить невозможно. Как тут одни ямы? Как тут ездить-то? Ну, и так видно, что она разбитая вся. Давно? Не помните? Давно. По-моему, ей никто не занимается, вот этим участком. Страдают и пешеходы, ведь движение автомобилей здесь очень интенсивное, рассказывают местные жители. Тротуара нет. По пути следования людям приходится обходить и ямы, и припаркованный транспорт. А пешеходы вообще разлюли малина. Колеса в яму, и вся стоишь. Когда дожди, машина-то грязная, ведь не поближе-то не встанешь никак. И вот выкручиваешься. Дорога в таком состоянии уже год. Раньше на этом месте был центральный въезд на рынок. Рядом располагался палаточный городок, где велась торговля. Поэтому на состояние этого участка пути никто внимания и не обращал. Теперь же рынок переехал в торговый центр. Уличные лотки убрали, обнажив дорожную проблему. Здесь стояли всякие киоски, может, как незаметно было. А сейчас, соответственно, когда рынок переехал? Ну, стал заметно. Но состояние дороги, конечно, очень скверное. Неужели вот у мэрии города нет людей, которые занимаются просмотром вот таких вот ухаб? Эта дорога муниципальная, пояснили в администрации торгового центра. Вот только латать ямы предприниматели будут за свой счет. К ремонту приступят в ближайшее время. Мы сейчас будем опять ее своими силами устанавливать. А, своими силами? Ну, конечно. То есть, надо... Ну, потому что это в ваших же интересах. То есть это для наших покупателей, арендаторов и всех остальных. А когда, в какие сроки-то примерно? На следующей неделе договор заключается. С подрядчиками? С подрядчиками, да. По словам руководителей торгового центра, ремонт будет ямочный. Фрагментарного благоустройства на этом участке будет вполне достаточно и хватит минимум на 5 лет. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.